все. Последний. С прошлогодним пудов 600 будет? Как раз 600. Батя, а нас по селу худой слух идет. Глаза людям смотреть совестно. А ты на людей наплюй. Продержу хлеб месяц, цена вдвое подскочит. А год продержу, и сама советская власть в пояс мне поклонится. Чем коня гнал? Лопух приехал. Опять за хлебом? А мать Пресвятая Богородица, а чтоб ты сдохла? Кузя, 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 не надо. Это же божья скотинка. Приехал, хо-хо, покричит, покричит, да и уедет. Гриша, где он? Завернул к председателю сельсовета. Вечером положишь ему фургон, бочоночек меду. Кучер знает. Подрыв? Саботаж? Тряпка ты, а не председатель. Товарищ Лопух, такой момент. Момент, момент. За неделю едва 100 пудов собрали. Так вот я и говорю, что у нас не наберется столько. Я вызывал по списку. Даю 24 часа сроку. И чтобы больше... Смотри, куда прешь. Имей в виду. Комсомолистку засмотрелся, сынок. Батя. Горячий. Вы что, хотите заморить советскую власть голодом? Да что вы. Как же мы можем этого хотеть, если мы и есть советская власть? Много берете на себя, гражданочка. Сперва смойте себя кулацкую шелуху. Меня кулаки кровью умыли, слышали? Товарищ из земельного отдела. Товарищ Бондаренко, не забывайте, с кем говорите. Думаете, с вами? С вашим мандатом говорим. Тетка Настя. Я вам не тетка. И не гражданочка. Я председатель комнезан. Ха! А какой толк? Много хлеба сдали ваши комнезамовцы? Bye.
с упряжью вспашка, конечно, ненормальная. Мелкая борозда, и рисачки тяжело. Только ведь супряга она как когда. То она есть, а то снова нету. А в других селах, говорят, какой-то артельный сев заводят. Обовсчисляет. Артель. Так и в календаре написано. Артель. А у нас? Боязно. Не дошли мы еще до сознания. И кумчирование советует. Говорит, община чертовщина, а без рисачки останетесь. А к нам на пионерский сбор приходил товарищ Лопух. Угу. О хлебозаготовке говорил? Нет, о хвостах. О каких хвостах? Конских. Сказал, чтобы мы обрезали лошадям хвосты до самых репиц. Тьфу. Зачем? На удельсырье. А чем же кони будут мух отгонять? Ты у меня смотри. Нашу рисачку стричь не смей. Нам еще пахать да пахать. А как с Пашем, тата? Да чем будем сеять? Придется у кума Чирвы за отработок одалживать. А даст? Попробую. Дал бы я вам, кум, какой-нибудь пуди. С дорогою душою дал бы. Так что ж поделаешь, если нет? Ну, нет. Сам вот хочу купить где-нибудь смешочек. Чтоб хоть пахло хлебом в хате. Выходит, нету. Куда же мне теперь податься? А вы к власти обратитесь. Пусть советская власть дает. Вот и в газете написано, что власть у нас рабоче-крестьянская. А вы ж, кум, бедняк. Выходит, свой человек при власти? Конечно, свой. Землей же меня наделили. Так пускай и посевной материал дают. Правда, тут есть одна закавычка. Какая? Так что я не знаю, можно ли вам и надеяться. Видите ли, вот тут в газете написано, что власть у нас рабоче-крестьянская, а диктатура пролетариата. Слыхали? Как же это оно так? Предупреждаю, через месяц знамя будет у меня. Сказала Настя, как удастся. Да мы, брат, тут такую рационализацию придумали. Не поможет. Спать не буду. Курить не буду. А знамя отберу. В таком случае отдай портсигар. Не курить тебе вовек. Где наше не пропадало? На, возьми. Через месяц отберу вместе со знаменем. Кто б не выиграл, лишь бы завод не проиграл. Поздравляю. Спасибо. И я поздравляю от партийного бюро. Спасибо. Тебя вызывают в окружной комитет партии. Зачем? Там скажут. Через час здесь будет секретарь Заднепровского района. Поговори с ним и поезжай.
Какой же из меня агитатор? Ну, надеюсь, будешь не хуже, чем вальцовщик. Надо, Григорий. Давно, давно я не был в селе. Еще в гражданской. Забыл, как и земля пахнет. Земля пахнет, когда на нее упадет капля крестьянского пота. Тяжелый поныне труд хлебороба. Вот нам надлежит все это изменить. Кулацкие пни выкручаем, межу перепашем тракторами, науку на поля пошлем. Вот тогда земля запахнет по-настоящему. Ну? Выход один. Пересмотреть раскладку. Вот список. Да. Андрей Чирва-Козырь. Не явился. Кулак. Намечено 60 пудов. Не сдал ничего. Отказывается? Нет, говорит, что согласен, только говорит, нету. Проверял? Пускайте хочет, возьмет, а государству сдаст. Если не все 60 пудов, то хоть половину. Ясно? Кто тут дальше? Иван Мажуга. Середняк. Давай. Зови сюда. Рабочих, крестьянских и красноармейских депутатов. Депутатов трудящихся. Справедливо. А зачем же диктатура пролетариата? Как это зачем? Антон Ромашко! Да! Вот в чем заковыка. Ну как там? Ну что? Здравствуйте. Здравствуйте. Середняк? Середняк. Актив. Какой же у него план? 20 пудов? Ого. Сдал полностью 20 пудов. Ага. И не тяжело было? Смотря какой мешок попадался, в котором 3 пуда поднять не тяжело, а в котором 5 пудов. Дома еще остался хлеб, пшеничка. Немного есть. Для посева и на харчи. Ясно? Добавить ему еще 20 пудов. Что? А что ж поделаешь, Антон, такой момент, что придется. Почему же мне? Таких, как я, половина села. Очень хорошо. Половина села по 20 дополнительных пудов хлеба, и план перевыполнен. Я вас, подкулачников, выведу на чистую воду. Я подкулачник? Не горячись, Антон, давай по-хорошему. Куда же ты? Пустите. На свежий воздух пустите. Прощайте. И спасибо. Да что же это делается? А вы думали, нянчиться будем? Я за вас, рывщиков, свою голову подставлять не буду. Хлеб есть, но не там, куда вы нацеливаетесь. Что же вы предлагаете? Середнякам план не увеличивать. А Чирва, Пивень, Сыроватка и другие обязаны продать государству не по 60, а хотя бы и по 300 пудов. Нереально, вилами по воде. Пока что у них и пуда не взяли. Вся загвоздка в Чирве, а он в этот момент как дуб. У кума Чирвы хлеба нету. Это истинная правда. Ну вот вам реальный голос ваших незаможников. Нет, хлеб возьмем там, где я сказал. Душу ты мне перевернула. Не замечаю. Как был кулаком, так и остался. Я никого не трогаю. Не мучь меня. Ты же говорил, что уйдешь от отца. Куда? В батраки проситься? Свет широкий. Теперь для молодых все дороги открыты. Мой корень тут. Гнилой твой корень. Сгниешь на нем и ты. А я, глупая, надеялась. Лучше мне было век тебя не знать.
Ты мне дорогу не переходи, слышишь? Не по пути нам. Почему же, Оксана? Сам знаешь. Потому что я сын Чирвы. Так что же, я не человек? Я тебя спрашиваю, человек я или нет? А это ты у своего батька спроси. Оксана! 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 Ну как, газеты привезла? Вот хорошо, что ты приехала. Тут лопух такое накрутил. Тише, ребята, тише! Послушайте новость. В нашем районе еще два колхоза организуются. Ура! Совет народ иди, бери форматы, прибой кино, стреляй взято. Я ему говорю, сдал полностью 20 пудов. А он, ага, сдал, добавите ему еще 20. В другой раз будешь умнее. А с меня разве шкуру сдерут? Ни фунта не продал и не продам. И я, ни фунтика. Разве что узелок маку государству на бедность. Ни фунта? Так тоже не годится. Конечно, не годится. Я говорю так, покоряйся власти, если уж Господь ее терпит. Покоряйся! Я сам хоть и сотню пудов продал бы по государственной цене. Так нет же. Что же делать? Что? Подумаем. Тут как-то сообща надо. Только сообща. Тяжко и важко, скажи, Украино, чого ты, чого? Так тяжко и важко, так важко и тяжко, що и серця здолати не можу свого. Сам написал. Украинский романс. Печальная песня наших степей и могил. Эх, если б мне крылья. Эх, Параня, если б ты знала, какой несокрушимый дух бушует во мне. Ну, большой. Проживая в столице, сколько я прекрасных стихов написал там. Слава обо мне гремела на весь наш ветеринарный институт.
А зачем ты бросил тот институт? Была причина. Пришлось исчезнуть. Так тяжко и важко, так важко и тяжко, що і серця здолати не можу свого. Ох, я уже больше не могу. Скажу тебе откровенно, люблю тебя. Крепко и рационально. Безумно люблю. Как ты говоришь? Безумно! Нет, но продешевить не могу. Пусть хоть 1000 рублей даст батька. Ха! Корову ж дают. Какого ж еще черта? Корова для меня что? Я поэт. Корову пусть дают отдельно, а 1000 отдельно. А ты ж не бросишь. Корову? Да нет, че ж корову, меня? Ты же не папироса? Что докурил, да и бросил. А меня не скоро и докуришь. На всю жизнь хватит. Батька обещал, как выиграет хлебозаготовку, сразу ж свадьба. Хлеб продадут на вольном рынке. А ты скажи батьке, пусть продает скорее. А то мне тоже нелегко приходится. А мне, думаешь, легко? Только не прикасайся ко мне. А то я за себя не ручаюсь. Пантелеймон Иванович! Ау! Какой там черт? Кажется, гунявый. Тьфу! Пшеничный спекулянт. Подожди минуточку. Так сколько у вашего будущего тестя пшенички для продажи? 500 пудов. А с моей ценой согласен? Колеблется. Напрасно. Скажите, пускай решает скорее. Экстренная новость. Какая? Слышал я в районе, что к вам в Горбачи... Гость прибудет. А кто такой? Рабочий из города. Неужели? Это вам не лопух. Параня, батька дома? Нету. Пошел к черве. Пойдем, позовешь. Тьфу ты, черт. Черные. Злые будут чертенята. Стража. Охрана. Вот я и говорю, у кого хлеб, у того и диктатура. Они нам говорят, кто кого. Мы им скажем, кто кого. Святая правда. Златоуст вы кум, истинный златоуст. А по-моему, взять хорошую дубину, встретить ночью одного другого, да и показать, кто кого. Да чего же богопротивная песня? А ваш Грицко, кум, говорят, тоже на комсомолистку засматривается. Ничего, по теперешним временам оно может быть и лучше. А не уведет его та незамужняя принцесса от батьки? Не уведет. Корень его жизни в хозяйстве, а хозяйство у меня. Дай Боже, дай Боже. Сын у вас, кум, как месяц ясный. Thank you.
хочешь, девчинонька, дружиною бути, то дай мені таке зілля, щоб тебе забути. Человек или нет? Скажи, я человек? Буду пити и крапли не впущу. Тоді я забуду, я очі заплющу. Вам Бог послал, кум. Ну и девка. У меня удалась. Батя! И что тебе черт принес? О, а без черта вы не можете. Какого бы я черта чертыхалась? Добрый вечер. Здорово, дочка. Это ты на отца так. Да пускай они чертыхаются. Порядки завели тут. Слышите, батя, он Пантелей Иванович хочет вам что-то сказать. Гусак. А кто же еще? Какого бы ты я черта переспрашивала? Макар Митрофанович, экстренная новость. Чтоб тебя, фу! А, это вы, батя? Ну а кто же? А там кто? Пивень, гусак. Разуй глаза, сынок. Пивень? Гусак? Нет. Это ворон. Один ворон. И другой ворон. Куриная слепота напала. И вы, дядька Сыроватка, тоже ворон. Риша. И вы, батя. Рыцко. И вы, батя, тоже. Видит Бог, как не люблю я драки. Да за такие слова, да я тебе сейчас... Кум! Что там? Кум! Беда! Что такое? Завтра приезжает из города заводской рабочий за хлебом. Что делать? Ехать. Куда? На станцию! А я, можно сказать, сам из Горбачей. Вот на этот вазон. Устраивайтесь, спасибо вам. Я вас в самые Горбачи. Вот поверите, шестой раз выезжаю, все, думаю, пассажир попадется. Заработаю какой-нибудь рубль. На посевной материал стянусь. Так нет, ни разу не попался. А сегодня спасибо вам, а ну, примись. Да, неважная у вас лошаденка. Не говорите. Хорошая кобыла была. Конечно, харч плохой. А вы откуда, товарищ, едете? Из округа. А, может, из правительства? Завода. А, завода? Ну, садитесь, садитесь. Спасибо. Неужели опоздали? Вон, погляди. Ага. Разрешите спросить. Здравствуйте. Здравствуйте. Вы из города будете? А что такое? Да вот мы в районе узнали, что должен приехать товарищ.
Можно подвести вас к Горбачей. Ага. Спасибо, спасибо. Я уже договорился с человеком. Кум, это вы повезете? Да вот. Да побойтесь Бора. Да ваша кляча на дышло падает. Моя рысачка? А ну давай на перегонки. У нас пролетка, сена много, а тут будете на досках трясти. Ничего, не впервой. Вот видите, нет, нет, кум, это пассажир мой. Вперед! О! Что делать? Ничего, что-нибудь придумаем. Ура, ура, бей, бей, ура, ура, бей, бей, ура, 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 бей, бей. Михайлик, мама. Я же говорю ему, а он свою. Ты зачем отцовскую шапку взял? Я махновца убью, как мой тата. Сынок, сынок, вояка ты мой. А шапку, Михайлик, давай лучше в сундук положим. Хоть память будет об отце. Тетя Настя! Тетя Настя! Тетя Настя! Слышу, слышу, что случилось? Будьте готовы. Чего тебе, Васек? Тата послали. Нам приехал рабочий из города. Рабочий? Что ж, он родственник вам, что ли? Да нет, он только остановился у нас. Да и то не в хате, а в клуне. Он по хлебозаготовке. Вспахать поле куда проще. Хуже, когда придется заново перепахивать. Товарищ Лопух повернул дело так, что теперь за Чировой полсела пойдет. Ну что ж, придется заново. Бракованный рельс всю магистраль портит. Если исправим, хлеб в этом году заготовим. А вот как на будущий год, уж и не знаю. А решать нужно и не откладывая. У одного тягла нет. У другого инвентарь еще от деда-прадеда. Выходит одно на одно. Без артели ни себе, ни государству. А как сдвинуть? Я думаю, одним заходом. И о хлебозаготовках, и о колхозе. Осилим. Мы же будем не одни. Завтра вечером, Анастасия Филипповна, собирайте весь свой комнезан. Хорошо. Рика Кула в работе не расчинит сундук на кабалу! Батька прислали. Так-так. Ну что ж, садись, казак, поговорим. Садись, садись. Дядя Риша, с ним не надо говорить. Почему? А его теперь все село дразнит. Рицко, кулак, работе не рад, пшеницу свою закопал. А ну! Ну-ну-ну. Сядь, сядь. Подумай лучше, как дальше жить будешь. Думал, ни одну ночь не спал. Только, видно, мою дорожку без меня проложили. По отцовскому следу пойдешь? Куда там большое счастье? Покрикивать на батраков, сгребать под себя добро и рычать на всех, как волк. Вам говорить легко, вы рабочий. Куда захотел, туда и подался. А я хлебороб. Мое дело пахать, сеять, косить. Я поле люблю. А ты видел такую машину трактор? В соседнем селе, в артели видел. Фордзон. Скоро появятся тысячи тракторов. Наших, советских. Как выйдут в поле, земля загудит. А про комбайн ты слыхал? Нет. На картинке видел. Вот это косовица. Сядет вот такой казак, как ты, а поле, как море. Без границ, без края. Забери с собой этот позор. Это как же? Неужели ты этого не понимаешь? Дядя Гриша, сейчас я ему объясню.
то по Рицку сохнешь. Еще чего. И в мыслях его нет. Я даже вспоминать о нем не хочу. Окно разбей читальни. Ты разбил. А что, подашь в суд? Нету свидетелей. Дурень. А из-за тебя-то я дурел. Постой. Скажи мне, Оксана. Пусти! Я уже тебе все сказала. Я не о том, я совсем о другом. О чем же? Скажи, Оксана, ты слышала такое слово комбайн? А что? Нет ничего. Эх, Оксана. Что, не солоно хлебавши? А тебе что? За тебя досадно. Ха, развесил уши. Она только для тебя такая недоступная, а для других... Что? Дурак ты, Грицко, ну что ты манежишься? Вот поймай вечером в темном месте, рот ей платком заткни, вот и... Меня, поэта, из-за такой... Только пикни еще, тут тебе и аминь. Да куда же вы? Что же это делается? Такой момент. А. Если для товарища Дударя мнение вашей Насти значит больше, чем мое, мне тут нечего делать. Вспомнишь мое слово. Поднесут тебе разные ромашки такой реальный сюрприз, что не выдохнешь. Трогай. Я до кружкома дойду. Я, говорит, до кружкома дойду. Ну, его дело кричать, а нашу партийную линию осуществлять. Сегодня поговорим с комнезамом, а завтра общее собрание села. Позвольте заявить, незаможники собрались. Просим в наш парламент. И сумно, и ради. И солодко нибы, тараня за три дни уже буде моя. А поки що доля залежить від хліба, не можу того уже й винести я. Завтра сходка, генеральный бой. Можно сказать, уравнение со многими неизвестными. Эх, параня! Хоть и выпок вас, и уже гроши в кишени, и в пасты на груди горячий, а поки що порожньо й пусто у жмені, гіркі ці дні, Україно твої. Панцюша, сядь вот тут, рядом. Пантюша! Ну сколько же можно ждать? Фу, погибели на них нету. Пойдем к мельнице. Там продекламируешь. А может, не придет? Придет. Ему теперь некуда деться. Наш будет Антон Ромашка. Актив? Актив. Кто-то идет. Прячьтесь.
А вы уже здесь? Здесь, прости Господи. Зачем созвал? Спать нам сегодня не придется. Чует мое сердце, что ко мне замовцы собирались неспроста. А почему Лопух уехал из села? Лопух уехал, другой приехал. Лопух против него, тьфу, как былинка против дуба. А что ко мне замы постановили? Сейчас узнаем у Малаштана. Он тут, на речке. Подождите меня немножко. О, Куманек! Да и кашель же у вас какой-то не здешний. Не заграничный ли случайно? Да, пускай себе. Я вот вычитал в календаре, что кашель бывает от инхлузории, а бывает и от гигиены. Так что он мне не вредит и не помогает. Добрый вечер. Добрый вечер. Наловили? Немного. Вот видите, видите, а? Вот так и человек. Бьется, как рыба. Вот хотя бы и ваш гость, товарищ Дударь. Разве ему там на заводе сладко? Да и тут нелегко тот хлеб собрать. О, да тут у вас и подходящая. А поскольку ж там наметили? Ох, кум, нет уж у вас хлеба. Ах, не вам бы спрашивать, не мне отвечать. Вот если не выменю где-нибудь за мед или что таки. Так вот и я говорил на собрании, так не поверили. 150 пудов вам наметили. 150? 150 полячек ему печенки. Да тише, не кричи. Это не я кричу, душа кричит. 150. Вот видите, вот она правда. Ему что? Разве он знает, как тот хлебец достается? Он же диктатура. Вот в чем корень. Диктатура? А вы спросите его. Вы, кажется, собирались. А что же, и спрошу. И Богу спрошу при всем народе. Вот-вот. Слышали? А? Слышали? А как же со мной? А, думаешь, помилуют? Ага, жди. Что ж делать? Действовать. Поднимайте всех своих родственников, кумовьев, сватов. Кричите, зовите. Да только зовите тихо, как муха летит. Защищайте, защищайте свое добро. А выйдет? Идите. Дай силы на люди. Собрал на Щирва тайне от Бога, чтоб и черт не знал. Идти по дворам. Нет, я не кулак, я не бедняк. Я, слава Богу, середняк. Воздержусь. Когда-то атаман Зеленый подарил тебе бинокль. Я помню, при мне это было. Ну и что? Сохранился тот бинокль. Что ж дальше? Ход на чердак в школе, знаешь? Знаю. Оттуда хорошо виден выгон возле сельсовета. А у бинокль... Выгон, как на ладони. Так, так. С утра засядешь и смотри, как только на сходке начнется суматоха. Сидорович,
Дела такие, что спать не придется. Идем поднимать всех. О, Сироватка уже ходит. Хорошо, сейчас. Вот так и сделаешь. Оплата? Господь с тобой. Это же для святого дела. Все равно. Смотри, Пантелеймон, чтоб я сейчас не припомнил тебе кое-что. Я кое-что могу припомнить. Настиного мужа. А потому, граждане, обсудим, что в этот момент план хлеба заготовок, который, значит, для государства... Можно предложение к порядку ведения? Разрешите предложение. Ну давай, только ты не того. А ты меня не учи. Граждане! Золотые слова сказал здесь товарищ Горох. Продать государству хлеб. Ясно, нужно продать. Только зачем же нам план? Зачем нам план? Каждый сам себе хозяин. 100 душ, 100 груш, а может быть, кто и 2 кинет? Так зачем же нам план? Без плана, вот это мое предложение. Довольным рынком продадим. Каждый сам себе хозяин. Голосуй без плана! Без плана голосу! Это провокация! Давай Чирву! Голосуйте за план! Давай Чирву! За план! За план голосуйте! За план! Не слушайте Кулаку! Без плана! Без плана! Без плана! Голосуй без плана! Без плана! Тихо, тихо, я отвечу. Чирва спрашивает, кто сказал, что нужен план. Я отвечу. Ленин. Ленин. Ленин разработал великий план построения счастливой жизни для нас. Наша держава могучая, ибо она действует по ленинскому плану. Но Чирве это не по душе. Он говорит без плана. А что это означает? Гражданин Пивень, сколько вы продадите государству хлеба без плана? Будь пожертвовать. Слышали? А вот Ромашка честно продал 20 пудов. Для государства, для народа. А куда метят Чирва и Пивень? На спекуляцию. Голод хотят создать, чтоб потом драть с людей по пенчку. Правильно. Голосуйте за план! Заткни ему рот, пожалуйста. Позвольте спросить. Давай. Говори. Вот я хочу докопаться до одного параграфа. Например, у нас власть рабочих и крестьян. Я согласен. А почему ж диктатура пролетариата? Крестьянин, он же тоже трудящийся. Ну зачем над ним диктатура? Ага! Над нами диктатура! Диктатура! Кому революция дала помещичью землю? Остановитесь! Кто гнал буржуев в Черное море? Стойте! Все, кто хочет счастливой доли для детей своих, подумайтесь, товарищи крестьяне! Пожар! Пожар! Пожар!
стихия небес. Не верю. Это стихия провокации. Товарищи, за мной! Почему я не смог повести народ за собой? Ошибка моя в том, что плохо подготовил сходку. И вышло так, что кулаки выиграли. Ты сюда. И вышло так, что кулаки выиграли. А мы на этот раз проиграли. Трудно там нашему Григорию. Как же ему помочь? Классовый враг перешел в наступление. Но трудовые крестьяне свое государство не продадут, я уверен. Степан Иванович, там снова товарищ Лопух к вам. Пусть войдет. Останься. Садитесь. Какие же у вас предложения? Пожалуйста.
Первое. Дайте мне 5 реальных милиционеров и 5 дней срока. Ручаюсь, что план хлеба заготовок в Горбачах будет выполнен. Ясно. А второе? Второе. Направить комиссию Горбачи для расследования антипартийного поведения Дударя. Так. Дайте окружной земельный отдел. Здравствуй, говорит Чебаненко. Слушай, когда прибывают трактора с Путиловского завода? Когда? Ага, хорошо. Так вот, один трактор направишь в село Горбачи. Да-да, в те самые Горбачи. Ну, будь здоров. Вам понятно, товарищ Лопух? Не совсем. Трактор вместо 5 реальных милиционеров. Ну, а комиссия... Поеду сам. А я? Сдай мандат. А на бюро и партийный билет положишь. Ну вот и все, товарищ Зубченко. Все. О, полная катастрофа. Даже те, кто собирался сдавать хлеб, теперь отказываются. Такой момент, что я не знаю. А ты уже раскис. Думаешь, червы козыри выиграли? Людей можно обмануть один раз, в другой раз не выйдет. Доброго здоровья. А, Ромашка! Здравствуйте. Здравствуй. Заходи. Доброго здоровья. Здорово. Можно зайти? Заходи, заходи. Наша ошибка, товарищи. Мы сами виноваты, и я первый. Плохо подготовили сходку. Плохо разъяснили людям. Вот в чем причина. Что у вас? Судитесь. Тут вот мне еще 20 пудов добавил товарищ Лопух. Как еще 20 пудов? Антон Ромашка, середняк. Так вы свой план выполнили. Вот-вот, а он еще 20 пудов. Это что ж, под метелку? Это была ошибка. Ничего с вас больше не следует. Ни пуда. Так вот, товарищи, идите от хаты к хате. Разъясняйте людям правду, только правду. Поговорите с каждым хозяином. Особенно с его женой. Правильно. Правильно. Даже детям нужно разъяснить. Все будет сделано. Ну, до свидания. До свидания. Идите и помните, от вас зависит успех хлебозаготовки. Все будет сделано. Мы сейчас пойдем к Азии. Так что я ничего не должен сдавать. Да говорю же вам, товарищ Ромашка, ничего. Ну и дела. Обойдите хлеб и собирайтесь на площади. Сделаем так, чтобы хлебозаготовка стала для всех праздником. Пройдем по селу со знаменами, с песнями. Вы, ребята, сердечно говорите с людьми. Нужно раскрыть народу глаза на кулаков. Если уж Чирма так распинался, значит, хлеб у него есть. Истинную правду говоришь, товарищ рабочий. Есть хлеб у Чирмы. Спрятал он его и мне советовал. Где спрятал? А может, это слухи? Нет, точно. Что ж делать, товарищ Дударь, в такой момент? У того, кто хочет задушить страну голодом, кто гноит хлеб в земле, мы имеем право этот хлеб конфисковать. Выделяй понятых. Пиши меня. И меня. Послужу для народа. А третьим понятым возьмем... Я не пойду. У него хлеба нету. А ну, Ромашка, катай еще раз. Есть хлеб у Чирвы или нет? Не настоящий ты человек, Петро. Если ради кума продаешь революцию. Не продаю. Продаешь.
шел ты с рыбкой мимо кладбища, а он, твой кум, поджидал тебя. И сказал ты черви, сколько ему хлеба придется сдать. А он велел тебя спросить про диктатуру. А ты по его знаку и спросил. А для чего это нужно было черви? Сам видел. Петро, до чего ж ты дошел? До тебя ж... А я опереться на тебя хотел. Что с тобой? Да ты держись, товарищ, держись. Ну, я понимаю, обманули тебя. Ну, ты обобрись на меня, обобрись. Туман. Больно. Как же это я так прошиб? В душу влез. Где он? Где Червокозырь, мой бывший кум? На здоровье, свата Чирви! Вытва только Чилова! Экстаз человека! Обвел, обвел вокруг пальца! Надо благодарить, что выиграли! Угощайте, гость, угощайте! Наливай, Макарлю! На здоровье, свата Чирви! Вас благодарю, соседи! И Бабаштана! Тише, ты молодый! Танцевать хочется! Сейчас приведу! Дядёк! Куда ты к черту пропал? Гости ждут, невеста ждет. А, черт их не возьмет. Подождут. Тут дело надо решить. С Грунявым? А что ж там решать? Давай задаток. На все 500. На все. Идите, идите, папаша, к гостям. Я сейчас. Идите, папаша. 10% за агитацию. 5. Что? Я совесть продаю. Так хорошо же зарабатывай. Матушка, запекли. Запекли. А что же? Все в ласке, на ласке. Надо же тебе что-нибудь в рот класть. Да где это, молодые, у черта? Где? Где? Идут. 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 И кстати. Эти мои, пожалуйте. Я удалась, сердяка. Уважаемые граждане, имею честь назвать вам будущую подругу моего бурного пути Параню Макаровну, урожденную Пивень, а отныне Гусак. На здоровье! На многие лета! Экстаз! Пардон. Пару слов. Гражданин Червокозырь, вы не были студентом, но у вас инстинкт. Экстаз! Не сбивайте меня. Инстинкт. Так, борьба продолжается. Это верно. А потому, уважаемые граждане, надо, чтобы у вас под крышами и в других местах не ржавело то, что не должно никогда ржаветь.
Вот в чем суть. И дальше Бог человеку такой. Потанцуйте же! Потанцуйте! Сейчас мы вам покажем цивилизованный фокстрот, которому я научил ее украинскими лунными ночами. Давай на треть колено. Сам знаю. Музыка! И... Празднуйте, инквизитори. Кум! Никаких кумов. Я тебе верил всю свою жизнь, а ты из меня шпиона сделал. Побойся Бога, куманё! Не кум я тебе! Я понятой от народа. За мной, Чирва Козырь, на ваш двор. Буду обыскивать врага революции. Да-да, хлеб он закопал, точно. А я руками разгребу. Найдем. Найдем. Такой момент. Батя, покоритесь, не идите против людей, батя. Все равно найдут и заберут. Не найдут, не с их умом докопаться. На. А почему вам, батя, не жить так, как все люди? Замолчи, прокляну. Доброго здоровья. Здравствуйте. Видишь, до чего довел? Не себя жалко, а вас. Перед народом себя срамите. Подумайте, Чиро, еще не поздно. Что? Еще не поздно сказать, что вы согласны продать, сколько вам положено хлеба государству. Поздно. Поздно, гражданин завода. Ищите. Ищите! Хлеба у меня нет. Копайте. Копайте, все огороды переройте. Докапывайтесь до костей отцов и дедов моих. Докапывайтесь, чтобы я потом мог выгнать вас со двора. Ну и сердитый же ты, Андрей. Все хочешь запугать. Так мы же не испугливых. Я живую кровь видел, а ты меня костями пугаешь. Понятые, ищите. Не найдут. Дай, Господи. Искать будут. Стойте! Не нужно искать. Хлеб закопан в земле, в старой хате. Убью выроя! Хлеб в земле, закопан от всего света. А ты слышал когда-нибудь, чтобы рабочие закапывали в землю плуги, машины, бороны? Закопали, а потом сказали, нет плугов.
Нет машин, тракторов нет. Слышите? На вольном рынке продадим спекулянта. Не слыхал? Ну иди остынь. Хлеб конфисковать и засыпать пока что в амбар Чирвы. В посевной фонд для бедняков. Справедливо, товарищ? Справедливое решение. Верно, верно. Заснул. А то, поверите, только бывало ляжешь, а в голове тук-тук-тук-тук. Спите спокойно. Спокойной ночи. Спокойной ночи. Постойте, чего это у вас рука такая горячая? Лихорадит. Меня часто малярия трясет. Да у тебя жар, воспаление организма. Идем в хату, я компресс приложу. О. Календарь пишет, что от жара компресс. И идемте, идемте. Как же ты допустил? Боже, я ж тебе свечки ставил, по 40 поклонов пил. Напрасно. Кто же я теперь? Бедняк, нищий. Молчишь. Боже, молчишь? Тогда я сам себе помогу. Ну что? Село будто одурело. Все сдают хлеб. Давай, обрез. Самому нужен. Смотри мне. Буду ждать вас в Черном лесу. Жди. Господи, укрепи меня. Thank you.
Ты живой! Держи его! Как же это так? Стой! Стой, дядя, куда бежишь? Твоя дорожка кончилась. Тата! Ничего, сынок, ничего. Подожди, Васюк. Это ты! Ты меня убиваешь! Не тебя! Не тебя хотел, дурень! Не меня! Знаю! Ты хотел убить то, что больше меня! Диктатуру хотел убить! Не убьешь! В землю ляжешь! Петро! Люди добрые! Жальтесь надо мною! Богом молю вас! Люди добрые! Не убивайте меня! Не убивайте меня! Жальтесь надо мною! Жальтесь! Да кому ты нужен? Сам сгинешь. Уведите его. Будьте вы все прокляты! Батька! Отъяжи. Жена я тебе или нет? Я против людей не пойду. Ой, боже мой, ой, боже мой. Как я прям баба. Как прям баба. Ой, но. Ответили вам рабочие. Теперь выходит слово за вами. Подумайте, как дальше жить будем. Ленин сказал, мелким хозяйством из нужды не выйти. Послушайте и мое вдовье слово. На этой площади, на этом самом месте наши враги убили моего мужа. Красного партизана Михаила Бондаренко. Я не раз спрашивал его, чего ты добиваешься? Зачем подставляешь свою голову? А он мне говорил, за тем, чтобы жить по ленинскому слову. Земли не межевать, работать как одна семья. И там, где нынче растет колосок, выращивать два или три. Чует мое сердце, что этот час настал. Пора нам создавать артель. Я записываюсь первая. Пора уже. Постойте! Дайте мне высказаться. А то у меня мысли просто кипят в голове. После своей хвамили поставь сразу Насте в список мою. И запиши так. Петро Малаштан рысачкой и с полным сознанием вступает в артель, которая будет называться пролетарская диктатура. Ну как, правильный мой параграф, дорогой наш правильный, товарищ? Правильный, дорогой мой товарищ Петр. За такое название артели я от всех рабочих скажу вам одно. Спасибо. Спасибо за честь. Ведь это название говорит о том, что вы хорошо поняли, что означает пролетарская диктатура. Это чтоб дрожали враги наши, и чтоб никакие чирмы не смогли сбить нас с ленинского пути. И не собьют. Их песни спета. А наша звенит над всем миром.